Добро пожаловать в Инфосферу. Представляем вашему вниманию список фильмов, похожих на «Очень плохая училка». Для быстрой навигации по списку фильмов используйте тайм-коды в описании. «Очень плохие мамочки», «Идеальная мать», «Прекрасная жена», «Хорошая домохозяйка с успешной карьерой». Но стоит немного расслабиться, как тебе сразу напоминают о твоих обязанностях. Почему только мужчины имеют право развлекаться? Сколько же можно это терпеть? Пора команде отчаянных мамочек пуститься во все тяжкие. Домашнее видео. Семейная пара, оставшись на одну ночь без детей, решает повеселиться и записать пикантное видео со своим участием. На следующее утро они обнаруживают, что видео видели не только они. Половое воспитание. Эдди проводит свой первый урок в средней школе и обнаруживает, что его ученики не получают никакого полового воспитания. Он решает это исправить, хотя сам не слишком опытен в этой сфере. Выпускной экзамен. Чтобы добиться любви любимой девушки и поступить после окончания школы в престижный вуз, главный герой должен непременно сдать итоговый экзамен на отлично, чтобы сделать крайне сложно. Но пасовать перед трудностями не его тема. Вместе со своим другом они разыгрывают хитроумную аферу, как похитить из кабинета директора результаты экзамена. Однако учителя во французских школах тоже не дремлют. Падос-видос. Переспав с очень плохой училкой прямо в школе, тинейджер становится отцом по залету, а его зрелая пассия попадает в тюрьму за совращение малолетнего. Теперь юный папа-одиночка вынужден заботиться о сыне до его совершеннолетия, а затем благополучно исчезает в неизвестном направлении. И вот, много лет спустя, оказавшись на мели, эксцентричный папаша-инфантил словно ураган врывается в жизнь сына накануне его свадьбы и своими безумными выходками переворачивает все вверх дном. Учитель на замену. Генри Барт – учитель на замену, который получает очередное временное назначение. На этот раз он должен преподавать английский язык и литературу в неблагополучной школе, где в порядке вещей нецензурная брань и оскорбления в отношении учителей. Рассказ о коротком периоде из жизни этой школы сопровождается своеобразным интервью, в которых Барт рассуждает о неблагодарности и непонимании, с которыми приходится сталкиваться учителям в повседневной жизни. «Экстрасенс» 2011 года. Действие картины происходит в 1920 году. Ученый-скептик приезжает в загородную школу-интернат, где, по слухам, наблюдается повышенная спиритическая активность. Сначала она уверена, что сможет развенчать этот миф, но затем пугающая встреча со сверхъестественным заставляет ее изменить свое мнение. Отличница легкого поведения. Главная героиня – девушка Олив, над которой насмехаются из запущенного слуха о потере ее невинности в школе с пуританскими нравами. Но она превращает этот слух в достоинство и сразу становится популярной, заметно пошатнув школьные устои. Перед классом 6 лет Брэд страдает синдромом Туретта. Его симптомы – частые моторные вокальные тики, которые невозможно подавить. Тем не менее, Брэд бросает вызов всем барьерам и неприятностям, и даже 24 отказа подряд не останавливают его на пути к своей мечте – стать учителем. Эксперимент 2. Волна. Германия. Наши дни. Школьный учитель истории предлагает своим ученикам провести эксперимент. Ровно неделю старшеклассники будут жить по законам тоталитарного государства. Пишите в комментариях, какие фильмы, по вашему мнению, стоит добавить, и другие замечания и предложения. Спасибо за внимание. До скорых встреч!